Всем добрый день! Меня зовут Ольга, и вы на моем канале, на канале о рукоделии. И сегодня я бы хотела предоставить вашему вниманию капор. Крайне оригинальный аксессуар, на мой взгляд, и достаточно актуален в этом сезоне. Капоры вяжут различные. Есть капоры просто, да, как снуд труба, есть капоры вот такие, как у меня, есть самые обыкновенные, которые носили наши мамы, бабушки и так далее. Вот. Сегодня же я хотела предоставить вашему вниманию именно свой капор, свою импровизацию, да. И хочу сказать, что это платное описание. То есть я пробую себя в новом направлении. Ну да, конечно, вы скажете, что это метод и способ зарабатывания денег, и вы будете совершенно правы. Потому что как бы мы не любили наше творчество, как бы мы не любили именно сам процесс, но тем не менее, конечно, денежный эквивалент, да, денежный вариант не стоит опровергать и говорить о том, что мы делаем все как... Ну, в общем, все бесплатно. Нет, не так. Конечно, мы хотим заработать на нашем рукоделии. И один из видов зарабатывания денег на рукоделии, да, в том числе на вышивке или же на вязании, это когда мы делаем схемы, разрабатываем, когда мы разрабатываем описание. И как раз это тот случай, когда я решила попробовать в очередной раз составить описание. В данном случае это капор. Капор необычный, у него здесь необычная макушка. Также здесь необычный узор, капор называется капор славянка. И как вы видите, здесь еще есть снуд, двойной снуд. То есть сам принцип я вам уже рассказала, но если вы новичок, или же вы любите вязать по схемам, да, в том числе, например, по схемам из журналов, вы привыкли к такому роду вязанию, я обращаю ваше внимание, что у меня теперь есть тоже описание, и оно платное. Я оставлю в инфобоксе всю информацию о себе, то есть как меня можно найти, как можно со мной связаться для приобретения данного описания. Описание стоит 300 рублей на сегодняшний день. Вот. И на самом деле мне очень нравится этот капор, он идеально смотрится с... Например, пуховиками, где воротник стойка, с пальто. У меня вот есть два пальто, и я примеряю и на то, и на другое. Очень смотрится хорошо, особенно на весну, на осень. То есть у нас с вами впереди уже через 2 месяца будет стучаться в наши окошки весна. И я думаю, всем нам захочется на 8 марта что-нибудь себе связать. Почему бы не связать аксессуар? Тем более, плюсами данной модели является то, что, как мне и девочки писали, она не портит фигуру. Она не портит прическу. То есть эта модель, да, капор этот не портит прическу. Для тех, кто любит носить на голове различного рода прически, это будет ваш вариант. Потому что шапки, как мы знаем, всегда прижимают волосы, да, пока мы добегаем до работы. И это портит внешний вид волос, так скажем, да, внешний вид прически. В данном же случае это редкость. Вот. Что еще примечательного в данной модели, это то, что она необычная, конечно же, как вы можете заметить, она не совсем стандартная, эта модель. Почему я говорю, что зимой ее не рекомендую зимой, потому что можно связать ее потолще, из пряжи потолще, метраж пряжи может быть различный, но я предлагаю в своем описании метраж 250-350, вот где-то так, вот, в зависимости от пряжи. Естественно, если это будет твит может подсаживаться, то есть особенности пряжи вам все равно нужно будет учесть свои. Я не рекомендую какую-то определенную пряжу, потому что модель, она свободная, она универсальная, и размер у нее тоже универсальный. То есть, что на меня, что на девушку похудее меня, так скажем, да. Единственное, что можно здесь еще сделать, это пришить вот так вот пуговку. Ну, то есть, на крючочке, да, пуговку, или крючочек здесь аккуратненько сделать для того, чтобы не задувало в уши, если вы планируете носить такого рода вещь зимой. Я же планирую носить ее весной. Я сначала думала, что я ее продам, но теперь я понимаю, что я не смогу расстаться с этой вещью, потому что она мне очень нравится. Вот. И я здесь вам вставляю фотографии, видеоролики, все, что у меня накопилось. Да. Данную модель протестировали девочки. Они уже вяжут, некоторые из них вяжут по второму кругу для своих близких на подарки. Ну, то есть на 8 марта вот такая вот модель. Это как капюшон, прям полноценно. Вот. Поэтому, если вам интересно, если вас заинтересовала данная модель, милости просим, я продам вам описание. Всем огромное спасибо за внимание. Всем пока-пока, до новых встреч!